Приветствую всех юных программистов в очередном 24-м уроке, который посвящен очень перспективному и активно развивающемуся сегодня направлению, которое называется искусственный интеллект. И поскольку мы учимся программировать игры, конечно, мы будем рассматривать сначала элементы искусственного интеллекта в играх. А в последней части данного урока я немного более подробно расскажу о самом направлении искусственного интеллекта и о том, где еще он может использоваться и уже используется на самом деле. Начнем мы, конечно же, с практических примеров. И для того, чтобы тебе было более понятно, я сначала в общих чертах скажу, что интеллектуальной системой или системой, обладающей искусственным интеллектом, мы будем называть компьютерные программы, которые способны решать задачи примерно так же, как это делает человек. Например, человек умеет пользоваться естественным языком. Мы разговариваем на своем языке, и это у нас не вызывает особых каких-то затруднений. Ну, может быть, за исключением тех случаев, когда нам нужно грамотно написать, да, без ошибок. В этом нас компьютер даже может уже сейчас опережать. Но, например, сочинять стихи умеет даже не каждый человек. И научить компьютер это делать оказывается не так-то просто. И тем не менее, в первой части нашего урока мы рассмотрим пример игру «Робот-поэт», и, естественно, мы ее реализуем. И ты увидишь, что, в принципе, это не так уж и сложно. Конечно, мы будем делать немного упрощенный вариант, не такой, как делают настоящие специалисты в области искусственного интеллекта, но ведь мы только учимся, мы не профессионалы. И даже на этом примере ты очень многому успеешь научиться и очень многое узнать. Ну что, давай рассмотрим этот пример и потом начнем создавать свой по аналогии. Итак, вот этот проект, как и все проекты, которые мы рассматриваем, он находится в студии «Юный разработчик игр», но ссылку на него я оставлю под видео, и ты сможешь по прямой ссылке перейти. Это проект, который я представляю, является ремиксом. Я сделала ремикс на основе проекта «Робот-поэт онлайн», который сделал автор Mirplay. Давай откроем этот проект, посмотрим. Вот он исходный. Я его не меняла особым образом, не делала новых каких-то вещей, но когда мы будем реализовывать свой проект, мы попробуем привнести что-то свое. Так ведь интереснее, правда? Но если тебе интересно, что еще такого интересного сделал этот разработчик, ты можешь кликнуть мышкой по автору, открыть его профиль и найти, возможно, еще какие-то интересные для тебя проекты. А мы вернемся к ремиксу и запустим его. Кошка наш логин поет. Кошка в тревоге склюет. Вороной долежал кондрашку. Больной провожал казашку. Ладошка по дороге ведет. А кошка в тревоге идет. Я остановлю. Я думаю, ты поиграешься с этим проектом вдоволь. И, возможно, тебе очень даже понравятся эти стихи. Но наверняка ты уже успел заметить, что они такие достаточно несложные, назовем их так. Но нам хватит работы. Давай откроем код и увидим, что внутри. Внутри у нас небольшой комментарий, что это пример игры, в которой используются строки и списки строк. То есть мы будем создавать строковые переменные и списки. И подсказка «Смотри группу команд данные». В этой группе команд вот есть переменные и есть немало списков. Сразу скажу, что, по всей видимости, автор еще хотел доработать проект, но вот надо посмотреть исходный, возможно, он это уже и сделал, но когда я делала ремикс, некоторые вещи здесь были либо недоделаны, либо так и остались таковыми. Поэтому, ну, по ходу рассмотрения проекта я буду давать определенные комментарии. И еще одна подсказка. Если ты захочешь самостоятельно начать изучение этого проекта, то мы можем открывать содержимое списков. Они были созданы, по всей видимости, вручную, ставя галочки рядом с ними. Вот, допустим, этот список. Что содержит? Мы видим, содержит какие-то слова. Но для того, чтобы тебе было понятнее, что где содержится и почему, я начну сразу с проектирования этой игры. И в нужной последовательности перечислю ее основные элементы. Так будет проще для твоего понимания. И начнем мы с того, что попробуем набросать диздок или дизайн-документ, как говорят геймдизайнеры.
И когда создается дизайн-документ, первое, что пишут, это так называемый питч. Это краткое описание игры, краткое описание проекта, которое можно любому рассказать, и он поймет, о чем идет речь. У нас наша игра заключается в том, что нарисованный робот сочиняет стихи и читает их по одному четверостишию смешным роботным голосом. Я думаю, что это понятно вполне каждому будет, да? Даже если бы мы не посмотрели этот пример, я надеюсь, что было бы ясно, что делается в нашей игре. Если тебе захочется стать геймдизайнером, и тебе уже лет 14-15, то ты можешь пройти обучение по курсу «Геймдизайн по ту сторону игры». Это курс, который разработан сотрудниками компании Wargaming. Сейчас я его покажу. И вот это понятие питча я как раз взяла из этого курса. Вот этот курс на сайте, так он выглядит. Если ты перейдешь по ссылке, которую я оставлю, конечно же, под уроком, ты найдешь такую вот страницу, где можно записаться на перезапуск курса. И когда курс обновится, заново будут набираться новые участники, у тебя будут приходить сообщения, и надо будет выполнять много-много разных заданий. Поэтому еще раз повторю, если тебе где-то примерно 14-15 лет, и ты умеешь учиться самостоятельно, возможно, этот курс будет тебе полезен и интересен. Но даже если у тебя это не получится, ничего страшного, подрастешь, научишься чему-то новому и сможешь узнать о геймдизайне больше. Но мы вернемся к нашему проекту. Дальше мы будем работать по схеме, примерно такой же, которую мы использовали при написании сценария, но попутно я буду говорить о каких-то задачах геймдизайнера. Итак, у нас есть спрайт, он единственный робот, и у этого спрайта есть 8 костюмов. Возможно, ты заметил, что когда робот читает стихи, он качает головой. Костюмы у робота, вот их 8 штук, они отличаются только тем, что он поворачивает голову в разные стороны. Вот так. Поэтому мы можем сформулировать задание дизайнеру или художнику. Это геймдизайнер называют ТЗ на арт. Чтобы он нарисовал 8 кадров анимации забавного металлического робота. При этом достаточно полтела до талии. И в каждом кадре поворот головы в разные стороны. Я отталкиваюсь от того проекта, который мы с тобой рассматриваем, но когда мы будем его реализовывать, скорее всего, мы сделаем какого-то другого персонажа. Либо ты сможешь сохранить файл этот спрайт и потом им воспользоваться. Я тебе рекомендую делать все-таки что-то свое. И параллельно с рассмотрением сценария мы как раз этим и займемся. Я сейчас создам новый проект и добавлю туда персонажа. Я не буду использовать робота для того, чтобы не тратить времени на рисование костюмов, а выберу спрайт из библиотеки. Мне понравился спрайт персонажа, который называется Гоба. Сейчас я покажу, почему. Потому что у него есть костюмы, но костюмы эти вот такие. В каждом кадре, на каждом костюме у него меняется изображение рта. И получается, когда мы начнем менять костюмы, будет такое ощущение, будто он что-то говорит. И для нашего проекта это тоже будет очень здорово. Ну а ты можешь сделать любого своего персонажа, поставить видео на паузу и либо нарисовать робота, либо найти, либо использовать, как я, из библиотеки. Взять сначала Губа, а потом заменить его на какого-то другого персонажа. Наш урок может оказаться достаточно длинным, даже его первая часть, но не хочется делить его на большое количество частей. Будем смотреть, как будет получаться. Возможно, я поделю на части. Итак, мы добавили персонажа. Это же предлагаю сделать тебе. Я еще удалю кота, он мне не нужен. И после паузы возвращайся. Итак, дизайнер, художник, которым являемся сами мы, выполнил эту работу, будем считать так. Что у нас в сценарии есть еще? Еще у нас есть списки для хранения рифмуемых слов. Ну и слово-то не выговоришь. То есть слов, которые мы будем рифмовать. И по порядку давай посмотрим, что это за списки. Первый список, который мы рассмотрим, это список «Кто?». В этом списке хранятся подлежащие, это первые слова с ударной буквой «о» в первом или втором слоге, и заканчиваются все эти слова на «ошка» или «ошка».
И используется это слово для первой или второй строки четверостишия. То есть оно первым всегда будет словом первой или второй строки четверостишия. Ну давай посмотрим, действительно ли это так. Вот наш список «Кто?». Я поставила флажок рядом с ним, он отобразился, и правда, здесь написано «кошка», «бложка», «вошка» и так далее, «антошка», «ложка», да? То есть вот такие вот слова, и длина этого списка 10. Это первый список, скроем его. Второй список «Где?». В этом списке хранится обстоятельство места в форме «в что-то», «к что-то», «от что-то», ну тоже сейчас посмотрим пример. И это второй элемент с предпоследним ударным «о» для первой или второй строки. Для чего нам важны ударные слоги? Надеюсь, ты знаешь, что в стихотворении важен ритм и важно то, на какой слог падает ударение. Поэтому так подробно я это описываю. Ну, давай посмотрим список «Где?». Так, вот наш список «Где?». И здесь вот «По дороге», «В берлоге», «К Волге». И заканчиваются все эти слова на «Оге», «Оке». И ударение везде на букву «О». Причем, может быть, это и первый слог к «Волге», и второй слог в «Залоге», и даже раз, два, три, третий слог от «Изжоге». Хотя тут форма неверная, но не будем критиковать автора, мы рассматриваем пример проекта. И, возможно, когда ты будешь реализовывать свой проект, ты сделаешь какие-то другие слова. В этом списке «Где?» тоже 10 слов, длина его 10. Что у нас следующее в сценарии? Следующий у нас список «гл» он называется. И в этом списке, как выяснилось, находится глагол «сказуемое». И это слова, которые являются третьими словами первой или второй строки нашего четверостишия. И заканчиваются все эти сказуемые на «йод». Давай посмотрим. Убираем этот список. И «гл». Вот у нас «идет», «берет», «ведет», «кует» и так далее. И здесь уже 22 слова, их значительно больше. И благодаря этому у нас будет более разнообразное построение наших фраз. Для того, чтобы были более понятны мои описания сценарии, давай посмотрим на эти первые две строки нашего четверостишия. Вот первая строка «ладошка по дороге ведет», последняя, которую он синтезировал. И «окошко в тревоге идет», вторая строка. И действительно, слово «ладошка» и слово «окошко», они имеют описанную форму. И если мы еще раз посмотрим на список «кто?», то в нем мы найдем и «ладошка», и «окошко». Вот «ладошка» и «окошко». Второй элемент у нас «по дороге». Это у нас, мы говорили, «где?», да, или «куда?». И вот они, эти наши элементы, эти слова. И, наконец, третий элемент «ведет», «идет» – это наши глаголы сказуемые. Если тебе не совсем понятны названия глагол, сказуемое, подлежащее, существительное, тоже не переживай. Важно, чтобы тебе было понятно, что у нас в наших четверостишиях каждая строка состоит из трех элементов. Первый элемент – это какие-то слова из одного списка, второй элемент из второго списка, третий элемент из третьего списка. И вот первые две строки, они похожи друг на друга и создаются они одинаковым образом. Потом, когда мы будем писать программу, мы в этом еще раз убедимся. А вторые две строки, третья и четвертая, тоже из трех слов, но эти слова явно отличаются от первых двух. И понятно, что они будут аналогичным образом храниться у нас в других списках. Ну, давай посмотрим, в каких. Я уже подготовила презентацию, поэтому будем использовать ее как шпаргалку. Итак, следующий у нас список. Это список, который называется странно «СУ» или «ЦУ». И в нем хранятся прилагательные определения, которые заканчиваются на ударный «ой». И это первое слово для третьей или четвертой строки. Давай в этом убедимся. Вот у нас этот список «ЦУ». Здесь имена списков написаны латинскими буквами. И вот у нас действительно это прилагательное. И заканчиваются они все на «ой», причем последнее «о» ударное. «Водяной», «вороной», «выходной», «докладной» и так далее. И здесь их 15 штук. Нам количество пока не важно. Если ты захочешь сделать больше, можешь сделать больше, можно сделать меньше.
как тебе захочется, когда ты начнешь работать, когда ты начнешь создавать свой проект, свои списки. Следующий список называется он «ЦК», и здесь у нас глагол «сказуемое», в котором хранятся глаголы, которые заканчиваются на «ал». Это второе слово третьей или четвертой строки. И, по-моему, это «а» ударное. Вот я уже немного даже забыла. Сейчас посмотрим. Итак, вот у нас этот глагол «задолжал», «обожал» на примере. И «ЦК» – «обожал», «водружал», «возлежал», «возмужал», «выгружал» и так далее. Действительно, ударение на последний слог, который у нас везде «ал». И здесь аж 38 вот глаголов, соединяющих, да, у нас больше всего. В списке, который назывался «гл», 22 элемента, а в этом списке даже 38, еще больше. Ну и здесь можно, конечно, немножко пообижаться на разработчика, потому что назвал он свои списки очень сложно и непонятно, но постепенно можно разобраться. Например, для первых двух строк «кто», «где» и «гл», ну, глагол, да? Ну, «кто», «где», понятно, да, «кто» у нас и «где» он там находится, или «где» потом идет, ведет, это уже глагол, который к ним соединяется. С третьей и четвертой строкой названия списков для меня менее понятны, потому что первый список вот такой вот «су», как бы «су» существительное, да, «цу», «цы» на самом деле это, но здесь прилагательное, поэтому не знаю, почему так названо. «СК», «ЦК» – это похоже на сказуемое. И, в принципе, действительно, вот этот глагол – это сказуемое. Это я тебе подсказываю, чтобы ты тоже имел возможность разобраться самостоятельно, еще раз вспомнить. Но если не будет что-то получаться, у тебя всегда есть возможность поставить видео на паузу, вернуться назад и подсмотреть. Ну, давай посмотрим, какой у нас третий список. А третий список у нас называется «ДО», «до». И там у нас существительное, я подумала, дополнение по первым двум буквам, вот «до», «ЦК», да, сказуемое «СК». Ну вот «СУ», я думала, существительное, но никак у меня не подошло. Вот, но вернемся, третий список «до», существительное дополнение, и там слова заканчиваются на «ашку» с ударным «а». И это у нас третье слово для третьей или четвертой строки. Ну давай убедимся в том, что это действительно так. Так, этот список закрываем и смотрим список, который называется «до». Вот здесь 24 элемента и заканчиваются они на «ашку». Да? «Казашку», «кармашку», «кондрашку», «замарашку». И все эти слова – это слова, которые рифмуются. Поэтому ты сможешь, в принципе, подобрать любые другие слова. По какому принципу? Ты же знаешь свой родной язык. Ты можешь знать, что на первом месте, допустим, у нас должно быть какое-то имя существительное или вот как здесь прилагательное, да, то есть некое действующее лицо, которое ты как-то назовешь, и из одного списка, в одном списке точнее, должны быть все слова, которые являются рифмами друг к другу. Потом у нас какое-то соединение, либо глагол, либо вот здесь мы указываем, где происходит действие. И третье у нас либо какое-то дополнение, кто что взял, обожал, задолжал, да, кого или кого, можно сказать. Либо это у нас глагол, которого вот в первых двух строках не было. Но все они, еще раз, если мы посмотрим списки, в каждом отдельном списке это те компоненты, те слова, которые друг с другом рифмуются. То есть они могут спокойно друг друга заменять. Это такой простой достаточно принцип. Надеюсь, что тебе удалось понять принцип создания списков. Это 6 списков. Если что-то не совсем понятно, возвращайся, смотри еще раз. Но для того, чтобы ты смог приступить к созданию своих списков, еще тебе могут понадобиться так называемые экспертные знания. Это тоже термин «экспертные знания», который используется в сфере искусственного интеллекта. Нам нужно знать, как писать стихи самим, для того, чтобы потом научить этому компьютер. И оказалось, я тоже не специалист в области написания стихов, в том смысле, что не пишу программы такие, но есть люди, которые это описывают. И, возможно, твой учитель языка, русского языка, например, литературы, или белорусского языка, или литературы, или какого-то другого языка, сможет тебе посоветовать какие-то книги по тому, как писать стихи. Но я попробовала поискать какие-то источники в интернете и кое-что нашла. Я просто дам эти ссылки тебе
под видео, ты их тоже посмотришь. Есть интересная статья «Как написать стихотворение». Есть онлайн-ресурсы для подбора рифмы. И на этих онлайн-ресурсах можно, в принципе, создать такие списки, найти. Ну, например, давай все-таки откроем, посмотрим на эти сайты. Вот статья «Как написать стихотворение». И здесь интересные есть рекомендации, как можно подбирать рифму, как подбирать слова. И вот ты можешь прямо взять и, например, вот рифмованные слова, прямо вот эти вот слова и использовать, например, в своем проекте. Дальше вот еще есть интересные примеры, то есть как строятся предложения в стихотворениях. Ну а для того, чтобы проще было искать рифмы, два ресурса – Стихи.ру, помощник поэта. Здесь на самом деле можно найти очень много интересных стихов, а если зарегистрироваться, то можно и свои размещать. И здесь даже есть люди, которых я знаю. Ну и, допустим, здесь вот давай введем какое-нибудь слово. Ну, давай ромашку. Там же были у нас похожие слова, да? И вот смотри, примашку, промокашку, кашку, что-то такое, бумажку, да? Мы с тобой как раз и видели в том примере, который только что рассматривали. Поэтому ты можешь использовать этот сервис, например, если он тебе понравится, и находить свои рифмы для своих каких-то слов интересных. Ну и аналогичный онлайн-ресурс «Рифмус». Тоже, допустим, давай здесь тоже напишем ромашку, нажимаем Enter, и здесь он немножко по-другому это делает, но рифмы более интересные, возможно. Поэтому можно пользоваться или этим ресурсом, или этим, или и тем, и другим, и создавать очень интересные свои какие-то проекты. И третья ссылка. Я все-таки хотела найти какие-то еще правила основы стихосложения. И по этой третьей ссылке нашла некие описания, которые мы тоже сейчас подробно рассматривать не будем, но я тебе покажу сам сайт. Выглядит он, возможно, не очень интересно, но потому что это на самом деле не столько сайт, сколько форум. Очень много есть интересных вещей, именно на форумах люди размещают. Ты можешь просто здесь почитать, что такое ритм, как он строится, как расставляются ударения, здесь вот ритмические единицы. Возможно, какие-то слова будут тебе не очень понятны, поэтому ты можешь задавать, возможно, какие-то вопросы своим уже учителям, читать другие книги, обсуждать это с взрослыми, старшими людьми, они тебе помогут. Но, возможно, вот эти вот интересные тексты тебе помогут. На самом деле, когда я искала это все, я столкнулась с большим количеством других каких-то источников, которые еще более непонятные. В той же Википедии, на которую я часто ссылалась, ну, совершенно непонятный материал даже для меня, потому что я все-таки этой сферой не занимаюсь профессионально. А для того, чтобы понять, как расставляется ударение в стихотворениях, вот здесь можно, в принципе, почитать об этих вот принципах, ритмических единицах и размерах. И на основе этих экспертных знаний мы можем сформулировать задание сценаристу или генератору идей, возможно, чтобы он составил списки слов для синтеза строк. Но поскольку мы инди-разработчики, то мы и дизайнеры, и программисты, и сценаристы, и генераторы идей, и гейм-дизайнеры. Соответственно, нам сейчас предстоит составить списки слов для синтеза строк. Возможно, ты не помнишь, как создавать списки, поэтому я начну показывать. Нажимаем, выбираем вкладку «Данные», нажимаем «Создать список» и здесь вводим имя списка. Для того, чтобы не запутаться, лучше выписать эти имена либо себе куда-то на бумагу, либо в текстовый электронный документ, если ты умеешь это делать. Итак, первый у нас был список «Кто?», второй список «Где?», третий «Гл?», четвертый, я, конечно же, подсматриваю, «ЦУ», пятый «ЦК», так проще сначала создать списки, а потом их наполнить. И шестой «ДО». Вот я их создала, а теперь могу наполнять. Конечно, я тоже сейчас не помню, какие там у нас были слова, но на самом деле я сейчас подсмотрю в первом списке «Кто?», вот наш первый список, да? Какие слова «Кто?». Это слова «картошка», «ладошка». Вот давай для эксперимента я возьму первое слово «картошка», скопирую и сюда добавлю, а потом с помощью помощника поэта подберу рифму к слову «картошка».
И вот есть у меня кошка. Беру отсюда, копирую, добавляю и вставляю. Надеюсь, ты помнишь комбинации клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Дальше, что мне нравится, ложка. Вот она, ложка. И вставляю. Дальше, вот и окошко. И так далее, окрошка. Вот она, окрошка, дорожка. Такое ощущение, что автор тоже брал отсюда эти рифмы. Но если очень хочется ускориться, мы можем сделать что? Мы можем взять и копировать наши элементы из примера. Например, список «Где» я начну копировать. Просто беру, выделяю, нажимаю Ctrl-C, перехожу к своему проекту и в список «Где» размещу его удобнее. Добавляю аналогичные элементы, нажимаю Ctrl-V. Перехожу к проекту, выбираю следующий элемент и тоже вставляю. И еще есть один очень простой способ быстро из одного проекта перенести список в другой проект, но он наиболее подходящий для тех случаев, когда, допустим, вы работаете в команде, и один из разработчиков создал свои списки в своем проекте, а потом вы хотите это все объединить в другом общем проекте. Как это можно сделать? Мы можем использовать очень полезную функцию, которую мы не рассматривали. Вот, допустим, глаголы, их целых 22, замучаешься копировать. Но когда мы этот список открываем, мы можем нажать на нем правую кнопку мыши и использовать функцию «Экспорт». У нас открывается папка для сохранения файла. У меня это папка «Мои мультфильмы» на рабочем столе. Надеюсь, тоже твоя папка открывается. Если нет, тебе ее необходимо выбрать. И сохраняется это все в текстовый документ. Нажимаем кнопку «Сохранить». Переходим к своему проекту. И на том списке, в который нам нужно это добавить, это тоже список GL, он тоже должен быть создан обязательно. Опять нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт меню «Импорт». И сейчас этот файл, сохраненный GL, мы выбираем, нажимаем кнопку «Открыть». И, о чудо, все 22 элемента раз и у нас есть в списке. Я не буду записывать, как я наполняю все списки. Думаю, ты справишься самостоятельно, любым способом, который тебе больше нравится. Для твоего проекта, еще раз повторю, конечно же, лучше использовать какие-то свои слова. Но если ты хочешь только научиться программировать и не хочешь тратить время на подбор слов, ты можешь взять и сначала экспортировать, потом импортировать, взять готовые списки из нашего примера. И я смотрю на время, все-таки эта часть уже стала длинной, поэтому я ее завершу, а в следующей части мы продолжим работу над проектом. Успехов и до встречи!